Вот, зашли в зоопарк, ищем, как нам правильно пройти. Таня идет, она не знает, как пройти, у меня будет спрашивать. Данька пошел опять на какой-то аттракцион. Итак, мы входим на территорию зоопарка, вот ворота. Посмотрите, там обезьянки. Очень близко от нас сидят. Там принесла группа обезьян. Кенгуру спят. Попугай тут рядышком. Папа. Мама. Молчат все. Мама. Папа. Попка. Папа. Ну скажи. Папа. Папа. Ну, говори, не молчи. Да и каски вообще не разрешали ребенка подгонять. И обязательно подгоняли седло под ребенка. Так просто не сказали. По технике безопасности не положено. И Алиса ехала на лошадке, на маленькой, лошадка понесла. Ничего себе. А она не соображает, что именно там должно быть. Это в Краснодаре у вас, да? Я бегу, догнать не могу. Есть. Тут фотографируют. Данька, Алиса! Классные. Классные такие. Ой, смотри, в норке. Смотрите. Верблюды. Стоп, Даня, отойди. Даня, отойди, возьми его за руку. Вон она такой паха. Она живая? Конечно. А вон, смотрите, какой кабан. Алиса, где ты? Ой. Ой, я такого боюсь. А ты вон видела вот этих вот, Алиса? Да. Потом найдем где-нибудь справочники. Кто хорошо такие? Снимает, то плохо. Смотри, какой кабанчик. Такого бы, да на шашлычок. Лама, наверное. Жираф большой, ему видней. И где я такой? Как в воде? Смотри, как он кушает, Дань. А язык у него вот такой вот. Не спугай. Фотографировала? Мы с Алисой во Франции, там у них как бы это такой мостик сделано. Угу. И вот этот мостик как раз в рост жирафа. Фламенго, смотри, видели, да? Вон, розовое. Вот, смотри, лебеди. У меня точно батарея, наверное, садится. А у нас у всех садится, у меня на камере тоже. У меня еще
вот первая, я не меняла батарейки ни разу. Давай я тебя возьму на руки, погладю. Накрасировала Даньку, ну ничего, тоже. Алиса не попала, только кепка. Маленькая лошадка. Там черный пони. Мало того, что карликовая, еще и жеребенок. Пойдем дальше. Зебры. Иду. Смотри какой. Сейчас, на секунду. Смотри какой. Сурки. Да, это обезьяночка. Мы таких не видели. Дань, на меня. Вот, взяла. Быстрее, смотрите. Ой. Она ложалась по добыче. Данюш, пойдем. Дай лапку потрогать. Ой. Лапку потрогать. Ай. Я ее, она меня боится. Прям... Алис, дай. Ой, ничего. Дай, пока не нагнали. Она прям рукой возьмет. Дай ей в ручку. Да не ручку бойся ты ее. Оп. Да у нее когти на лапах. Да они маленькие. Давай, Данюшка. Боится Данька. Они любят, но им не разрешают это лакомство. Камеру заснять. Три дети рванули. Олень. Пока он сам не захочет. Мамочка. А может и еще. Обезьянка может поставить, может она сама купит. Смотри, обезьянки игрушки повесили, чтобы игрушка без. Обезьянка. Ну, он играется, да? Вон там игрушки обезьянки. А нет это. Вы так кричите. Алиса, тише. Алиса, да не кричи. Даня, не кричи, пожалуйста. Что вы как тикаете? А вон, смотри, залегла сверху. Ага. Ой, класс. Будет, правда, детеныш там сверху. Сейчас не разбегутся. Вот сидит сверху. Смотрит на меня. Ой. Таня сейчас на голову прыгнет. Закричишь, да? Сильно закричишь.
Да-да-да, не, у меня такого нет, извини. А сумочку мою есть не надо. Он пытается мою сумку съесть. Да невкусная она. Ей-богу, невкусная. А мне на голову. Ко мне. Вот руку, он промежет. Дань, иди сюда. Данил. А здесь что? А, вот там переношу. Смотри, ко мне. Вот это. Нельзя. Кто не успел, тот опоздал. Алиса, вот этих нельзя, Алис. Вот эти они остренькие. Ушки такие. Мама, погадить. Да, ее нельзя гадить. Ко мне. Не хочет он листик? Мам! Вот Тенечку с удовольствием. Мам! Держи. Может, вот это есть. Ухо пирот, бейцы, хараки, летаот в ахбарин. Где лета? Это дебо. Что они могут? Прыгать на плечо. Дань, ну это толстая палочка, она ему не нравится. Нам кушать. Тань, не крути головой, я не вижу ничего. Сейчас берем. Алис, какого цвета это получится? Смотри, маленький.